Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня у меня в гостях Ники Макалин. Всем привет! Всем анём! И маньё! И Вероника! Да! Вика! А, ой, проси! Ты, Вероника и Вика — это разные имена? Да. Вероника и Вика, которая до этого назвала Вероникой. Ну, это нормально, мы уже привыкли. Я просто думала, что Вероника — это одно и то же имя. Знаете, зачем я вас сегодня пригласила? Ну, я догадывалась приблизительно, что будет какой-то трэш однозначно. Каждая из нас будет лепить фигурку в соответствии с той косметикой, которую нам принесут. Фигурку из пластилина. И кто лучше всех слепит эту фигурку, у кого будет больше всего похожесть, тот забирает косметику себе домой. Я без понятия, какую косметику нам подготовили, поэтому для меня это тоже будет большим сюрпризом. А как вы спросите, мы будем все это выбирать? А я вам отвечу легко и просто. Сейчас я буду загружать наши работы в Инстаграм и устраивать опрос. И, естественно, я не буду говорить, где чья работа, чтобы все было максимально честно. И вы, именно вы, будете сами мне писать в Инстаграм, вот в этот вот блог, какая работа вам нравится больше всего. И, соответственно, та работа, за которую вы больше всего проголосуете, побеждает. И именно тот блогер забирает себе косметику. Обязательно ставьте лайк под это видео и напишите, с каким бы блогером вы бы хотели увидеть еще такое видео. А мы начинаем. Что ж, у нас сейчас будет первый тур. Я без понятия, какую косметику нам принесут. Что бы вы хотели вообще, чтобы там было? Давайте подумаем. Ну, самая легкая — это помада, мне кажется. А я бы хотела тени сделать. Прикиньте, как прикольно было сделать тени. Ну или карандаш. Это самое легко делается. Просто черная трубочка и все. Размотала и готово. О, ну ладно, давай, неси. Что это? Что это за глупость? Что это за зеленый-синий непонятный лак? А у нас, не, это нормальная, кстати, вещь, потому что у нас есть подходящий цвет. Вообще супер. Ну, блин, я не хотела лак. Что за лак? Где ты вообще это нашел? Зачем ты нам это принес? Мы хотим помаду и палетки, а у нас лак. Ну ладно, лак значит лак. Кто сейчас сделает самый похожий лак для ногтей, за кого проголосуют подписчики, тот заберет это потрясающее великолепие. Ну что, начинаем? Время пошло. Кстати, время-то у нас ограничено. Серьезно? Да. Осталось 5 секунд. Блин, нет, нет, ну жить за убожество. Ребята, как вы думаете, какой из этих лаков наименее убогий? Просто убогий, потому что я даже не знаю, что это такое. Остается только это сфотографировать и выложить в Инстаграм. Так, кладем в сторис. Все, сейчас мы узнаем, короче, кто победил. Заходим в инсту и так, смотрим. Нет, ты смотри. Я не буду это смотреть, это меня травмирует. Что ж, у нас есть безоговорочный победитель. Кто? И это ты. Я же говорила, мастер маникюра просто... Он только что сломался. А все, я уже победила. Как раз цвета такого у меня еще никогда не было. Тур номер два. Кто же выиграет теперь? И несите, пожалуйста, месье Сильвапле-повар. О, это помада, смотрите. У нас классная помада кремовая. Стойкая. Я, кстати, такую не пробовала, но цвет хороший. Цвет хороший, как раз твой. Ну что, время пошло, помада. Начали. Вообще без идей, как тут сделать, потому что у него такой необычный цвет. У нас нет пластилина похожего цвета. Колбаска, колбаска. Блин, моя колбаска получилась очень маленькой и тоненькой. Это не колбаска, это какая-то охотничья сосиска. Моя колбаса готова. Ну вот у меня. Грибочек! Ну, я даже не знаю, кто победит сейчас, потому что все очень плохо. Что ж, время подписчикам выбирать, что же победило в этом раунде. Я думаю, что сейчас по-любому должна победить я. Просто без вариантов, потому что у меня самый аутентичный, еще и цвет похож. Итак, кто же победил? Победила... Дружба! Не ты! Нет! Опять победил Ники! Да, смотрите, смотрите, та-дам-та-дам-та-дам. Ну реально похоже? Нет, у нас больше похоже. Нет, у нас больше похоже. Размер имеет значение. Размер имеет значение, в этом случае прям большое. Да. Итак, раунд номер три. Нет, ну я даже не знаю, что сейчас еще будет. Я уже просто недовольна происходящим, я хочу вам сказать. Открывай. Умаева му синдейру. Это палетка? Ой,
как это слепить? Это пудра, да. Да. Офигеть. С новой. Я думаю, что тут надо лепить вот так, иначе это какая-то ерунда получается. Вот так лепить будем. Вот так лепить? Да, это вызов. Я думала, ты говоришь, закрытое лепить. Я думаю, вообще круто. Нет, это слишком простой челлендж. Мы должны отработать за эту пудру. То есть должны слепить ее максимально похожей. Вы просто представляете, сейчас мы будем лепить пудру. Это же жесть. А я уже начала. Ну все, начинаем. Погнали. Что это за ракушка, блин? Как ты это сделала? Ракушка с мидией какая-то. Так, а у меня, значит, стоять не будет, да, сегодня? Звучит неоднозначно, знаешь ли. Так, а я сделаю подставку сзади. А я даже не надеюсь, что мне будет. У вас осталось меньше, чем полминуты. Ускоряемся! Черт! 5 секунд. Черт! Нет! Как вы думаете, кто сейчас победит в этом раунде? Так, ну, у меня похоже более-менее, я считаю. Правда, не по размеру. Вот у меня сегодня маленький размер. Да, у тебя сегодня нет, не стоит, и размер маленький. Да как ты вообще сегодня растерялась, девчонка? Так, ну я не знаю, просто конкурс могильных плит объявляется открытым. Посмотрим, за кого проголосовали мои подписчики. Ну что ж, месье, мы вас ждем. Сомелье. Это сама думаешь, что выиграла? Ну, конечно же, я. Сегодня у тебя плохо получается предсказывать. Победа снова присуждается мне. Ну, я считаю, что у меня вообще круто получилось. Ну, в принципе, не знаю. Я знала, что у тебя не получится, да? Ну, кажется, ты расстроилась. Ты сидишь такой грустный пупсик. Хоть что-нибудь дай тебе. Но прежде чем мы продолжим идти дальше, обязательно убедись, что уже успел подписаться на мой канал, тык, и включил себе уведомления о публикациях. И, конечно же, для меня это мега безумно важно, чтобы вы подписались также и на мой инстаграм, поэтому ссылочку на него я оставлю вам в описании, потому что подобных видео будет еще очень много. И очень важно, чтобы вы тоже принимали участие в этих опросах, которые я буду, конечно же, проводить в инстаграм сторис, как это делала сегодня. Следующий тур, да? Подпишись. Ладно, следующий раунд. Надеюсь, хотя бы сейчас мы с тобой одержим победу. Я надеюсь. Потому что вообще уже веры нет. Это пришла просто женщина и все такая сметает. Надела футболку с Чонгуком и думаю, что ей теперь все можно. Потому что она дает мне суперсилу, при помощи которой я люблю такие шедевры. Та-дам! Это что? Крем? Крем. Да, это крем для рук. Блин, крем. Девушка, ты же... Нет? Если сможешь. Да. Если сможешь, нарисуй. Она, кстати, похожа на Ники. Она похожа на Ники, укладка похожа. И тоже только спереди, наверное. Да. Что это такое? Это какая-то матроска, я даже не знаю. Тельняшка какая-то. Тут я не знаю, если в моем понимании тельняшка выглядит так, наверное, это немножко оскорбительно. Так, ладно, мое убожество готово. Видимо, тебе очень нужен крем. Такой вот у меня крем, девчонки. Ну что, девчонки, вот у меня такой крем. У меня такой. Кайф. Не, ну, я не знаю, у меня нет комментариев. Что просто победит? Тельняшка, зубная паста или как ты назвала свое творение? Никак. Никак. Ну, что сказать, очередь теперь за кремом, и если честно, вот сейчас я уверена в том, что победит это, потому что других вариантов нет. Но объективно я сделала какой-то хлам, потому что я просто угорала. А это, я даже не знаю, что это, только вот кто-то пожевал. Это жвачка, знаешь, на которую сели, да? Да. Что это? Это называется, раз крем израсходовали, значит, он был классный. Месье, принесите, пожалуйста, нам чан. Нет? Серьезно? Да нет. Ребят, вы что, серьезно? Вы проголосовали за это? Форма похожа? Похожа. Тут уж кто как определяет. Либо по размеру кто-то, либо кто-то по форме. Кому как нравится. Как?
Следующий тур объявляется открытым. И что же в этот раз? Нам несут корону. Что? Нам несут корону? Мы будем лепить корону в этот раз? Что это? Это что? Повязка для волос. Опа, доставай ее. Та-та-та-там! Повязка, офигеть, повязка. У меня есть розовый цвет. У меня есть розовый цвет. О, я хочу эту повязку. Я победю. Что, три повязки готовы, типа? Окей. Что ж, время за повязкой. Вот уж чего я хочу, так я хочу эту повязку, потому что я очень люблю эти повязки. И я надеюсь, что моя работа будет победителем. Давайте, месье, несите нам повязку. В смысле? 5 дней? Да. Моя лучше! Моя повязочка! Моя повязочка! Моя повязочка! Я вообще-то тоже такие люблю ушки. Ладно, последний раунд. Нет, ну здесь я просто должна победить, потому что это что такое? Это мой канал, тут люди пришли, просто меня разоряют. Нет, ребята, голосуйте за меня, вы мои подписчики, голосуйте за меня. Я сделала вам подсказку, чтобы вы знали, где я, чтобы могли проголосовать за меня в моих сторис. Мы так не договаривались. Ну ладно, все равно люди будут знать, где есть красота, а где есть ничтожество. Что ты так что сказала? Несите. Где есть красота, а где есть... Это тон. Цвет есть, а где у меня? Можно просто использовать вот это и все. Вот так, вот так и вот так. Опа, я готова. Просто посмотрите вот на это и посмотрите на это. На это... Вот. Я не трогала твой хрен, я не трогала твой... На это и на это. Просто что общего между ними? Да ничего. Я не знаю, просто кто победит в конкурсе адского хрена, потому что кроме как хрен я это никак не могу назвать. Просто серьезно, что это за хреновня? Слово дня, адский хрен. Адский хрен. Что вот вам больше всего нравится? Вот что? Как вы думаете, что победит? Чей хрен? Я затряслась. Девчонки-то вошли во вкус. Как вы думаете, кстати, вот сейчас реально, пока мы не знаем результатов, как вы думаете, кто победит из вот этих вот штук? Итак, победа. Присуждается. Опа. Ты что, серьезно, что ли? Это вообще неожиданно. Серьезно? А какой был? Вот этот? Не осуждай меня. Ну, не зря смешивала две плотности. Это за твои старания. Ладно, я, оказывается, не такой уж и лох-лузер. Это просто офигеть, у меня будет теперь тон. Ну что ж, спасибо, ладно, вам большое. Я этого хотела, потому что если бы я не выиграла ни разу, это было бы ужасно. Ну, что сказать, спасибо большое, что пришли и поучаствовали в этом конкурсе. Я очень рада, что вы выиграли много прикольной косметики. И я рада, что я выиграла целую одну тональную штуку. Я думала, ты сейчас скажешь, я выиграла кастрюлю. Но кастрюлю я тоже забираю себе, потому что кастрюлька это хорошо, особенно такая маленькая и миленькая. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал девчонок, я оставлю вам ссылки на них в описании. Так что обязательно подписывайтесь. Всем пока-пока, аньони хасео. Пока-пока. Фу. И герл чек. У меня кот вечно делает какую-то хрень. Ой, мой нога. Сука! Мой бандаж замечательный на ноге. Вы еще видели таких блогеров, которые просто сыщут ногу в камеру? Не руку, а ногу. Вот еще раз посмотрите. Вот так же выглядит моя несчастная нога.